В Нягане по концессии создадут школу на 1125 мест. Соответствующее соглашение подписали глава муниципалитета Иван Ямашев и управляющий директора концессионера компании «Прошкола» номер 69 Вадим Калинин. Торжественная церемония прошла в Ханты-Мансийске с участием губернатора Югры Натальи Комаровой. Концессионное соглашение предполагает создание и эксплуатацию средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой в восточном микрорайоне Нягани. В Югре это четвертое концессионное соглашение с привлечением средств демографической субсидии. Объем обязательств по нему составляет почти 4 миллиарда рублей, в том числе почти 1,5 миллиарда из федерального бюджета. Срок реализации соглашения 13 лет, включая срок создания 2 года и 11 лет стадии эксплуатации. Добровольцы из Югры, которые участвуют в специальной военной операции, получат дополнительные меры поддержки. Такое решение приняли накануне на заседании окружного правительства. В частности, добровольцы смогут бесплатно протезировать зубы, сертификаты на покупку средств реабилитации и компенсацию оплаты за газификацию жилья. Отмечу, что поддержку получат и родственники добровольцев. Родители погибших участников СВО смогут получить услуги по оздоровлению в окружных организациях социального обслуживания. Кроме того, они будут получать ежемесячное пособие. Раньше такие меры поддержки были предусмотрены только для мобилизованных. В частности, распространить на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, граждан из их числа, получивших инвалидность, меры поддержки, предусмотренные для других участников специальной военной операции. Также на заседании правительства утвердили новый порядок предоставления дотаций югорским муниципалитетам из окружного бюджета. Теперь поступления будут зависеть от того, насколько качественно местные администрации работают с самозанятыми. В частности, речь идет о налоговых отчислениях. Муниципалитеты смогут получить дотацию в размере тех поступлений, которые они смогли обеспечить. Новый порядок начнет действовать уже с 1 января следующего года. Как отмечают в Департаменте финансов Югры, такие меры позволят стимулировать рост налогового потенциала округа. Югорчане предложили 180 идей, как сделать округ привлекательнее для молодежи. Эти инициативы станут основой окружной платформы по развитию возможностей молодых людей. О своих идеях югорчане смогли рассказать губернатору Югры. Накануне Наталья Комарова встречалась с участниками проекта «Регион для молодых», которые стали лауреатами премии губернатора. Добавлю, на площадке краудсорсинг проекта участники смогли предложить инициативы по четырем направлениям. Создание молодежных пространств и точек притяжения, проведение досуга, интеллектуального и творческого развития, занятость молодежи, популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей, организация мероприятий. Югорчане активно обсуждали также молодежное инициативное бюджетирование. Здесь задача как раз создать именно отдельное направление, куда смогут заходить молодежные проекты, молодежные сообщества, которые и будут создавать инфраструктуру под свои цели, задачи, но, естественно, с оглядкой, что это может использовать не только молодежь. Безусловно, нельзя на этом зацикливаться, но именно у молодежи должна быть отдельная точка входа, потому что за нами будущее. Да, экосистема нужна, да, мы вместе должны двигаться, да, взрослые должны сопровождать молодых людей, но ни в коем случае не скатиться в тепличные условия, потому что жизнь не такая. Вот, и в этой связи вот нужно быть готовыми к тому, что за пределами вот этого окна, о котором вы говорите, благоприятного, доброжелательного и так далее, все может быть.